культ-поход. Праздничный, яркий, душевный, музыкальный культ-поход на волне 101.0. Продолжается второй час у нас. Николай Голиков. Владимир Сметанин. Да, немножко заскучали, немножко в перерыве, да, хотели продолжать активнее поздравлять наших дорогих женщин. Женщины, с праздником еще вас, наши любимые, драгоценные, счастья вам, хороших эмоций, чтобы вас берегли ваши вторые половины, чтобы вы были всегда довольны происходящим, так ведь? Совершенно верно. Да, и много-много любви вам всем. Да, сразу же представляем наших гостей. Музыканты группы «Торбо на круче», лидер группы Макс Иванов. Макс, привет. Здравствуйте. Алексей Пяткин. Алексей, добрый день уже. Доброе утро. Мы будем продолжать разыгрывать всевозможные призы, книги, пригласительные. И во втором части у нас будет возможность, у вас, вернее, наши слушатели, будет возможность выиграть пригласительные на завтрашний концерт группы «Торбо на круче», который состоится в Гауди. Долгожданный, весенний. Да, Максим? Да. Все будет круто, вручаетесь. Конечно, у нас иначе не бывает. Да. Ну что, раз музыканты должны петь и играть. Сразу же предлагаю с композиции начать, ну а затем уже разговоры, розыгрыши и так далее. Хорошо, да, милые девчонки, девушки, женщины, барышни, мы вас очень любим, ценим, уважаем, и благодаря вам, собственно, наше творчество все и происходит. Поэтому поздравляю вас сердечно, от души. Спасибо. В репертуаре группы «Торбо на круче» как много композиций вообще посвященных именно женщине? Все? Конечно, все. Все. А смысл кому-то другому посвящать? Ну давайте, мы с удовольствием, наши слушатели, я думаю, тоже с удовольствием. Держался, я тоже гитару взял. Я смотрю, откуда блюз пошел в этой песне. Надеюсь, мне не помешало. А я вот как-то, да, все из 90-х. Понятно. Все из 90-х, да. А, Макс Иванов, Алексей Пяткин, «Торбо на круче». Давайте о завтрашнем концерте немножко еще поговорим. Ну, да, в Кирове давно не было большого клубного такого концерта, больше года. И, конечно же, вот эта специальная программа наша весенняя, которая, собственно, и весенняя, и зимняя, потому что у нас зимнего большого концерта тоже не было. Поэтому все вот самое лучшее и так на стыке зимы и весны, вот на этих ощущениях, вот такая программа подобрана, такой плейлист. Я надеюсь, что
все получат, что хотят от этого концерта. Уже из проверенного временем, да, будет звучать? Ну, композиции, которые еще не записаны и будут, угу, планируются в новый альбом, тоже будут звучать, конечно, на этом концерте. Так что охват широк. Угу. Все это, напоминаем, в Гауди. Завтра начало в 18.30. 18.30, собственно, да. Угу. Вы сейчас активно ведь гастролируете. График такой насыщенный достаточно. Да, но у меня был акустический сейчас большой выезд. Я ездил с гитарой, и, так сказать, представлял альбом «Иваново детство» в разных городах от Урала до Владивостока. Вот. Ну а во втором отделении пел, конечно же, всеми любимые песни группы «Турбо накруче», mm-hmm, и, соответственно, призывал людей, mm-hmm, рассказывал о том, что у нас происходит и планируется, и призывал людей на встречи, также в большом гастрольном туре «Турбо накруче» на будущий год, который у нас юбилейный год, нам 20 лет осенью, mm-hmm, исполняется, и мы вот планируем большой тур. По России или по России, за рубеж тоже, конечно. Зарубеж не рассматривайте пока. Ну, рассматриваем все. Но пока планы строим, конечно, по городам нашей страны. Как это вообще обычно бывает, напомните? Вас приглашают, да, ведь? Ну, без приглашения. С представителем группы связываются. Естественно, да. Ну, вот у нас есть наш менеджер Лиза, и она отвечает на звонки, на письма, во всех соцсетях, собственно, общается с очень большим количеством людей. И вот строит логистику наших выездов. К Кирову особое все-таки отношение, особое чувство. Ну, конечно, это же родина. Родина. И много друзей придет. Всегда. На этот концерт. Да, да. Друзья, друзьями славится наш город. Угу. А в ближайшее время, я знаю, смотрел, да, в группе ВКонтакте, собственно, там, ну, такая широкая достаточно география путешествия. Как вообще поддерживаете, справляетесь с таким ритмом жизни? Все время в дороге, все время в пути, смена часовых поясов и так далее. Ну, любовь. Любовь. Да, помогает. Внутри огонь. Если в целом сейчас описать, что с группой происходит, это, не знаю, это еще первое дыхание, второе дыхание, третье дыхание. Вечное дыхание. Перерождение, обновление. Я думаю, что это вечная молодость. Вечная молодость. Вот такая, блин, вечная молодость. Ну, как пел такой и поет Чиж, так сказать, наверное. Не знаю. Как это вспомнить 90-е называется. Кстати, тоже житель Питера. Да, вроде как. Да. Так, я предлагаю напомнить, что у нас есть в розыгрыше, да, Николай? Так. Или мы прервемся, Денис Князев, мы прервемся. Давайте все-таки мы прервемся. Прервемся, потом напомним. Да, потом напомним. Будем задавать вам вопросы. Наши слушатели 211-101, напоминаю, номер нашего телефона. В том числе у вас будет возможность выиграть пригласительное на завтрашний концерт «Торбы накруче» в Гауди. Ну, небольшая пауза. Культ похож. Макс Иванов, Алексей Пяткин, наши гости, музыканты группы «Торбо накруче», которые выступят в Гауди завтра. Сейчас предлагаю напомнить, что у нас есть в розыгрыше. Николай, давайте. Ну, во-первых, конечно, это билеты на завтрашний концерт группы «Торбо накруче», как мы уже сказали, 18.30 в Гауди. У нас есть билеты в театр. Завтра, 9 марта, Киров Лес. Да, Киров Лес. 5 часов, ограничение 18+, между прочим. В субботу, 10 марта, «Дядюшкин сон», музыкальная комедия в двух действиях. В 17.00 ограничение 6+. Угу. Ну и воскресенье, такой утренний детский спектаклик. «Все можно» или «Как прожить без взрослых» в 11.00, ограничение 6+. Это драматический театр в театре на Спасской. 16 марта, 18.00, 18 вечером, да? «Маугли. Сказка, рассказанная на ночь». 8+. Несколько книжек у нас еще есть в розыгрыше. «Джордж Фрейзер», «Флешман и дракон», «Карен Прайер. Наречите на собаку», «Леонид Ляшенко. Декабристы и народники». Книга о дрессировке людей. Да, «Судьбы и драмы русских революционеров», серия «Всемирная история». Еще это все благодаря «Читай городу» мы разыгрываем. Спасибо этому магазину, торговый центр «Театро» и торговый центр «Крым». Вы там можете найти книжку по душе. И еще одна книжка «Нет, читай город» у нас есть. Называется она «Друг познается в еде». Там просто уникальные авторы. Инна Метельская-Шереметьева. И Сусанна Никитина Юнгблюд. Книга, причем с автографами авторов, множеством прекрасных рецептов. Кулинарная книжка. Кроме того, есть пригласилка к Дмитрию Шиляеву в галерею «Прогресса». Там изумительная выставка. И к Наталье Пышко. Да, и к Наталье Пышко. Да, на выставку же современной финской фотографии. Идем. Да, конечно. Мустальма.
Это очень крутая реальная выставка. Ограничение 6+, всего лишь, так что можно всей семьей. Так, киношку у нас уже разобрали. Разобрали все. всю киношку разобрали. Еще остался Гауди 10 марта. Это раз ты читай. Да. Коллектив из столицы Jazz Vibes. Ну, соответственно, джаз будут исполнять люди. Чего, ну, давай я просто прочитаю концовку. Молодые, амбициозные музыканты, виртуозно исполняющие нестареющую джазовую классику 40-х, 60-х прошлого века. Почувствуйте вибрации традиционного джаза. Как будто 40-е в этом веке уже были. Да, вот мне всегда нравится оговорка. Да. 40-е годы прошлого века. Как вам, уважаемые музыканты, джаз 40-х, 60-х? Мы на все, что у вас разыгрывается, вот на все эти выставки, на все концерты уже хотим сразу же. Вот и тогда отвечайте на наши вопросы, да? Вот, да. Может быть, да, что-нибудь получите, может быть. Ну, хорошо. И нам надо вопрос самим задать, мне кажется, да? Для начала, чтобы мы тоже могли что-нибудь получить. Да. Нет, ну, наши слушатели в приоритете все-таки. Давайте ну давайте что? Зададим нашим слушателям вопрос. Давай, 211-101. Вопрос очень сложный. Нужно сказать, в какой тональности играется песня «Не псих». Песня, соответственно, вот, группы «Торба не круче». «Торба не круче». «Не круче». «Торба не круче». Может, варианты дадим? «Торба не круче». Два неправильных, один правильный. Ну, могу дать такую подсказку. В Ленинграде городе есть еще такая группа с таким названием и телеканал. Ну ты все. Не легче стало. Ну, можно, в принципе, поискать, погуглить питерский телеканал, а там, глядишь, догадаться. Конечно. Ну, давайте подскажем, какую-то тональность. Минорная или мажорная? Хоть кто. Ну, песню «Псих», если послушать, сразу понятно, что невеселая песня. Невеселая, значит, минорная. Да, логично. Значит, вторая буква маленькая будет «М». Подсказочка. А первую не подскажу. Я просто не знаю. Ну что, давайте гадать вместе 211-101. А, сколько, да. Кто отгадает, тот услышит эту песню на концерте. Да, да. В общем, тональность минорная, всего тональности не так уж и много. Не так и много. Не. Мало. Мало. Не хватает все время тональности. Тональности, черт возьми, опять не хватило тональности, да? Кстати, все бы было классно, не хватило. А кстати, ну, Мак не только играет, вокалист, собственно, да? Это та самая тональность? Нет. Нет? А кстати... Может, на слух проверим. Но это у нас ре-минор звучит. Правильно. Да. Молодец. А может, ДМ, то есть. Ну, ДМ, да. Yes. И мы эту тональность сейчас вам споем, тогда песню. Хорошо. Поехали тогда, песня от «Торба накручена». Накручим. Макс Иванов, Алексей Пяткин. Мы задавали вопрос. Есть у нас звонок? Да, был звонок у нас, да. В какой тональности? Специфический профессиональный музыкальный вопрос. Да, в какой тональности исполняется? Алло, добрый день, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. 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 Как вас зовут? Татьяна. Татьяна. С праздником вас, Татьяна, с 8 марта. Спасибо, еще раз спасибо. А, вы звонили уже? А, ну еще раз еще приехали. А, в первом часе вы нам дозвонились, да. Да. Но очень хочу услышать Макса. Здравствуйте, поэтому я вас слушаю, да. Здравствуйте. С праздником, да, еще раз. Праздник. Да, третий раз. А Татьяна, вам ну что? Привет большой от Нитюгенова. Спасибо, спасибо. Да, очень приятно. Ну, я не музыкант, поэтому вот все, что пришло на ум, ми минор. Ми минор. Ну, это ми-минор. Неправильный ответ относительно этой песни. Но все равно спасибо. Ну, поставьте этот аккорд, то, господи, эту тональность. Но. Легендарный, проверенный всеми рок-музыкантами ля минор. Ну, мне почему-то показалось, что ля минор слишком просто для этой песни. Ну, все великое просто вообще. Такой уж Леша вопрос придумал. Да, 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 да. Да, да, да. Ну, в честь молодец, праздника мы все равно вас приглашаем на наш концерт. Это будет очень... Пойдете на концерт Торбы? Обязательно, да, я хочу пойти. Все отлично. Отлично. Николай Трубочков вам расскажет, как получить это. Кстати, сколько мы можем разыграть билетов? Давайте еще. Сколько угодно. То есть еще можем разыграть. Можем, да. Только надо еще вопрос новый придумать, да? Раз уже ответ прозвучал в эфире. Ну, давайте тогда такой вопрос. Для тех, кто внимательно следил за анонсами этого концерта, наверное, труда не составит ответить. В общем, какие... Три инструмента привез лично я, Максим Иванов, в Киров, и планирую задействовать все три на этом концерте завтрашнем. То есть на каких трех инструментах будет играть Макс Иванов на завтрашнем концерте, да, скажем да. так? Да. Один из инструментов сейчас в руках у Максима? Да. Да. Ну, уже вот проще. Уже проще. Про болгарку, проще. Уже про болгарку. Болгарку тоже привез, да? Аргонная сварка. 211-101. Ну, тут, видимо, нужно вспомнить... Образование, там, да, обучение. Да. Тем более, тут у нас все на блюде. У нас в соцсетях сейчас же очень активно печатаются фотографии вот 90-х годов. Там глянул, сразу видно все инструменты в руках. Да? Это правда. Гуглите Макс Иванов инструменты, фото. Да, и название. Это обязательно фото еще указано. Фото, да, вот фото, так фото. По буквам понять невозможно, да, если написано буквами, да. А я часто так делаю. Фото, да? Сразу. Картинку видишь, и все понятно. Все-таки, что будет звучать? Электрика завтра или акустика? Электрический концерт. Я электрический, да? Громкий концерт. Электрика. Да. Да. То есть все всерьез. Ага. Где ребята-то остальные из группы? А вот они в данный момент как раз приехали в город, и наш организатор Денис Репин их встречает. И готовится большая пресс-конференция, которая сегодня состоится здесь, в Кирове. Для прессы, собственно, да? Ну, пресс-конференция, да. Для спешников. Логично. Это, логично, да. Логично, да. Да нет, я знаю, там могут любые люди попасть, бывает, иногда делают. Ну, я про любых конкретно сегодня не знаю, но знает Денис Репин, но он во всех соцсетях тоже активно отвечает на все вопросы, так что если кто-то заинтересуется, можно там ему написать. Концерт будет каким-то образом построен, как-то логика какая-то будет, обязательно. Да, исполнение композиции. Да. А посыл-то какой все равно? Главная эта мысль какая? Позитивнейшая. Позитивнее. Все к весне. Весна. Да. Женщины. Любовь. Очень грозно. Я даже задумался, это да? Я сейчас вспомнил фразу, помнишь, старую из этого из концерта Образцовского? Любовь, любовь, любовь. Эти три понятия. Счастье вам в личной и семейной жизни. Или как пела советская песня, радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдут к перекрестку любовь и жена. Вот это мне тоже всегда нравилось. Сейчас уже тосты пошли, понимаете? Пять звездочек, да. Сколько песен-то прозвучит? Сет-лист сформирован. Ну, больше 20. Больше 20, да. Причем больше 2 часов получается. Ну, около такого примерно времени будет длиться. Публика всегда неизменно тепло встречает вот эти концерты в последнее время. Вообще, кто есть публика? Кто есть публика группы «Турбо накрутишь»? Что это за люди? Да, от мала до велика, на самом деле. Да? Сейчас уже, да, дети, которым там лет по 16-19 приводят родителей, а родители, которым там по 35, тоже приводят своих детей. То есть уже совершенно стерлись грани какие-то возрастные.
Так что... Тем более ограничения 6+, уже можно, по-моему, внуков скоро водить будут. А я не в курсе про наши ограничения, но мы не используем нецензурную лексику в песнях, поэтому... Вытравили у артистов. Это, да. Но мы знаем артистов, у которых не вытравить. А, не вытравить? Нет, конечно. А, ну... Коллеги по цеху из Питера, да, тоже. В разных городах есть. Ну, девчонок-то много молодых, симпатичных на концертах? Я не успеваю посмотреть именно в зал, потому что если я начинаю глаза открывать и смотреть конкретно людям на людей и людям в глаза, я могу потеряться, выпасть из песни, забыть слова и так далее. Поэтому чаще всего сконцентрирован именно внутри, на процессе творческом. Но на самом деле, конечно, много. Я знаю наших друзей, которые специально ходят на, ну, приятелей, там их немало, которые ходят на наши концерты, потому что именно очень много красивых девчонок приходит на нас. Это, да, забавно. Так, если попытаться разобраться, там, сколько семей вы создали за время своего существования, наверное, дофига. Есть такая радость. Мы напоминаем вопрос от Макса Иванова. Какие два инструмента, кроме гитары, которые у него сейчас в руках, прозвучат, так сказать, какие он будет использовать на своем концерте 9 марта? Я правильно переспросил? В принципе, да. Есть звонок, кстати? Упростил немножко. Нету звонка? Ну хорошо, давайте подскажем, ну какого рода инструменты? К чему они относятся? Духовой инструмент, струнный инструмент. Ну да, давайте подскажем, это все струнные инструменты. Это все струнные инструменты. Да, все струнные инструменты. Ну просто вот сейчас у меня в руках акустическая гитара, а если завтра концерт электрический, какой же может быть еще у меня инструмент? Какой же еще струнный инструмент может быть в руках? Я бы даже сказал, шестиструнный инструмент. Да, шестиструнный. А следующий, по-моему, четырехструнный, да? А вот и нет. Нет? Там тоже уже сейчас изменения какие-то. Изменения произошли, да. Вот тут и кроется... Это подвох. Это подвох. На самом деле ничего сложного. Но... Давайте дальше подсказать. На этом инструменте Макс играл с Бутусовым? На похожем. На похожем. Ну, название такое же, да? Похоже. Похоже? 211-101. Короче, мы всех окончательно запутали, Володь. Да. Лучше бы мы не подсказывали, да? Да, ребята, я бы сам уже не ответил на вопрос после такого количества подсказок. Давайте песню. Давайте споем еще одну песню. Или звонок есть. Превратности. Ладно. Давайте. Любви. Давайте. Давайте. Не плачь. Thank you.
знаю, про такое не говорят. Черные дыры в небе в самом безумном есть. И я там живу, пока ты ждешь меня здесь. Я там тебя жду, пока ты ждешь меня здесь. Я там тебя жду, пока ты не ждешь меня здесь. Торбо накручу, Макс Иванов и Алексей Пяткин. У нас есть слушатели, мы знаем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Елена. Здравствуйте, Елена. Да, Елена, мы... С праздником вас, Елена. Большинство женщин нам звонят. Да, 8 марта. Мы, в общем, собственно, для них и работаем, обратите внимание. Это надо мужиков... Рабочим за столом. Это надо мужиков пинать. Ну-ка, давай, звони, выиграй что-нибудь хорошее. Нет, не считаете так? Нет. Ну, хорошо. Правильно, все сами могут сделать. Итак, привез, значит, Макс Иванов с собой акустическую гитару. Продолжайте. Электрическую гитару. Правильно. И альт. И это, наверное, тоже электрический. Правильно. Электрический. Совершенно. Сколько струн у электрического? Полное попадание. Теперь 5. Теперь 5. Да, ну, а куда? Струн, вот не следим, ну, есть, мы за миром. А там... там добавленная струна, которая... Ну, низкая или высокая? У альта, в принципе, низкая струна, в отличие от скрипки. Есть струна до внизу, ага. Но нет струны ми. А я заказал у мастера такой инструмент, который обладает всеми струнами и скрипичными, и альтовыми. Универсальный инструмент. Да. Нет, еще дело в том, что 5 звезд все-таки лучше. Чем 4? 5 звезд. Чем 3. 3 звезды, 3 звезды. Елена, выбирайте подарок для себя. А какие были подарки? Я, к сожалению, не сначала. Вы можете сходить на концерт группы Торбо накручим. А Торбо накручим, пойдете завтра? Я уже иду на концерт. А, вы уже идете на концерт. Здорово, спасибо. Тогда вы можете сходить в театр. В театр пойдете? Пойду с удовольствием. Есть Киров лес 9-го завтра. Это как раз завтра. Никак не получится. Да, не получится. Туда. 10 марта есть «Дядюшкин сон». Музыкальная комедия. А 11 марта «Все можно или как прожить без взрослых» 16+. А в театре на Спасской 18:00 16 марта «Сказка, рассказанная на ночь» или в скобках «Маугли». 8+. Да. Пойдете в театр? Так, 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 так. Давайте 11-го. 11-го. «Все можно или как прожить без взрослых». Да. 11:00. Ограничение 6+. Хорошо. Отлично. Ну, это для детей. Да, видимо, для детей, для ребятишек. Хорошо, все. Не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактором, и вы поймете, как можно, собственно, этот билет забрать. Реклама у нас, и скоро мы вернемся. Культпоход. Я тут в перерыве Максиму Иванову задаю кучу каких-то музыкальных вопросов. Не нравится? Были случаи, когда придуманное, созданное на гитаре вот, ребятам не понравилось? Нет, что-то какое-то череда аккордов какая-то. Мы просто не делаем эти песни. А, все. Не делайте просто. Их же песен много, поэтому я отчасти затеял проект «Иваново детство», потому что ну, песни не реализованы были. Я понял, что я-то их слышу, и уже они живут аранжированные теперь жизнью. Напоминаем, что завтра Торбо накручу выступит в Гауди. Начало концерта в 18:30. Мы еще можем, да, разыграть? Да. Да, еще можем, да, разыграть. Еще пока говорили, да, что можно, да, у нас. Да. Мы пока один только разыграли, по-моему, да, еще, да? А, ну, да, в принципе. Но вопрос уже прозвучал. Мы третий вопрос не придумали еще. А у нас есть тоже вопросы. У нас тоже есть вопросы. Давайте. Мы сейчас другие группы послушаем. Конечно, немножечко. Да. Я всегда что-нибудь спрашиваю. Так вот сегодня взял, подобрал там лист песен, посвященных женщинам. Да, вот до этого у нас там была влюбленная женщина. А что, 8 марта, что ли? 8 марта, да, вот, понимаешь, из-за этого все. А я думал, 23 февраля. А сейчас, нет, понимаешь, тоже вот. У альта уже 5 струн, и сегодня уже 8 марта. Все как-то вот в мире не так идет совсем. Вот. И сейчас просто попрошу фрагмент песенки передать, которая в свое время была гимном такого феминистического движения в Соединенных Штатах Америки, да? Какое-то время, а потом перестала им быть. Я потом спрошу еще. Пожалуйста. Faces dance. If she won't be a slave and say that she don't love. Ну, понятно, что это не Торбо накручу. Это не Торбо накручу, это вообще Джон Леннон. Вы слышали, какой-то парень такой был там у них?
Вот, он в 72-м году песенку записал, и очень долгое время его феминистки за это очень любили, песенку распевали, потому что, ну, так сказать, в защиту равных прав, да, вот. Вроде бы такая полезная песня, а потом как-то вот в 90-е годы она ушла не только из гимна феминисток, она вообще ушла из эфира отовсюду. Вот вопрос такой, почему она ушла? В Америке началась толерантность, в Америке началась политкорректность или в Америке началось расовое равноправие? Вот что-то такое началось, из-за этого эта песня ушла и из эфира, и из гимнов. Это к нам вопрос, да? Ничего себе. А вы думали, тут легко? Да. А вы спросили про, извините, ля минор? Какой тональности? Какой тональности? В Америке вам началось все сразу же. Я поэтому говорю, у нас вопрос ведь несложный на самом деле. Поэтому надо попробовать ответить. Любимая тональность какая? Их несколько. Люблю си минор, до диез минор тоже. О, отлично. Красиво звучит. Си минор вообще красиво. Вы черна? Да. Добрый день, слушайте, вот добрый здравствуйте. День. Здравствуйте. А как вас зовут? Меня зовут Светлана. Светлана, с праздником вас. Праздник. С 8 марта. Ой, вот эта песенка. Спасибо. Почему она вдруг перестала звучать, почему перестала быть популярной? Из-за толерантности, из-за политкорректности или из-за расового равноправия? Из-за толерантности. Совершенно правильный ответ. Да? Если бы выбрали другое, было бы то же самое. То есть, все три вопроса, все три ответа правильные. Я же парень очень хитрый. Да. То есть там все. Дело в том, что разом. Песня называется «Женщина – это нигер всего мира». Чего? Ну-ка, «Woman is the nigger of the world». У нас нет такого. Нигер – река, в смысле? Нет, нигер – это в смысле нигер. А, диггер ты или... Женщина – негритоска всего мира, так сказать. Вот все ее там обижают, и давайте, ребята, это как-то изменим. Вот суть-то этой песни. Поэтому в 70-е годы она была очень популярна. И в 80-е была очень популярна. А потом вот началось у них толерантность. Это слово из обращения вышло. Вы совершенно правильно ответили. Спасибо. Что бы вы хотели получить в качестве приза за верный ответ? Mm-hmm. Отскажите, а на дядюшкин сон еще остались билеты? Есть, да, есть, на дядюшкин есть. Сон есть после, билеты. Послезавтра. Числа, да, послезавтра 17.00, 6+, ограничение. Ага, вот можно? Пойдете? Конечно. Пойдете. И трубочку вам расскажут, как получить билет на спектакль. Mm-hmm. Прекрасный. В Китае китайцы, в Азии азиаты, в Африке негры. А кто они? Афроамериканцы, да. В Африке нет. Они афроафриканцы. Афроафриканцы. А в России они афророссияне. Уважаемые наши гости, Макс Иванов, Алексей Пяткин, вам сейчас будет предоставлена возможность завершить нашу сегодняшнюю программу, наш разговор, композиции. Давайте, приглашайте на завтрашний концерт и пойте. Да, спасибо за предоставленную возможность. Ребятушки, девчатушки, давайте завтра встречаться в Гауди. Двери откроются в 18.30 и будем жечь. И эту песню, конечно же, мы тоже завтра споем, надеюсь, с вами вместе. Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро не встретить тебя. Осталась минута до Нового года, нового дня. Отсчет идет с момента встречи, ведь больше ничего не лечит, больше ничего не важно для меня. Через минуту ты уйдешь и в переходах растворишься. По Невскому гуляет дождь, по Невскому гуляет дождь, и все. Пока целую, снишься. Снишься. Пока целую, снишься. Снишься. Растворишься. По Невскому гуляет дождь, по Невскому гуляет дождь. И физика, и химия происходят между нами. Только солнце ниже, вечер ближе. Время пролетело быстрой птицей над волнами. Я лечу фанерой. Растворишься. По Невскому гуляет дождь, по Невскому гуляет дождь, и все.
я погуляю вместе с ним пока. Спасибо. С праздником еще раз. Допоем завтра в Гауди. Всем удачи и радости. Пока. Культ поход.